Доброе утро. Доброе. Ты проснулся уже? Угу. Я тебя не стала будить, ты так сладко спал. Держи. Приятного аппетита. Посиди со мной, поешь, пожалуйста. Прости, пожалуйста, я не могу, я уже убегаю. Скажи, вот стоило ради этого становиться главврачом, чтобы приходить на работу раньше всех, а уходить позже всех? Ну, ты же знаешь, как клиника для меня важна. И потом, мне Брунов обещал зарплату прибавить и солидный бонус в конце года, так что... Можно будет завести маленького гальперина, а может быть даже двух. Если бы наличие детей зависело от зарплаты, страна бы вымерла. Ну, посмотрим. Ну, была бы у тебя зарплата побольше. Брунов жмот. Не был бы жмот, не имел бы свою клинику. Диалектика. У тебя телефон. Да. Здорово. Ой, да... Нет. Да мне не нужно. Ну да. Спасибо. Вам нужно найти кого-нибудь другого. Угу. Давай. А кто звонил? Да так. Да так? Это кто? Андрюха звонил. Что хотел? Работу предлагал. Ну почему я должна тянуть, как клещами? Ну, он же клинику свою открыл. Что предлагал? Главврачом стать. Ну здорово же. И что? Ничего. Я отказался, это же не мое. Что? Ну конечно. Пахать это не твое, это мое. У тебя совсем совести нет. Я бьюсь, как птица об лед. Рыба. Что? Рыба об лед. Иди ты со своей рыбой. Мне кажется, ты вообще детей не хочешь, ну правда. Да рыба об лед, а птица в клетке. А я хирург, а не главврач. Давайте я вам помогу. Здрасте. Здравствуйте. Ух ты! Руслан, какой большой стал, а? Растешь, как на дрожжах. Да, 11 килограмм уже. А. Никита Александрович, у Русика вот уже неделю сопли, слюнь текут прям рекой, и спать плохо стал. От чего это? Ну, это потому, что у нас зубки растут. А слюни, сопли и температура может быть небольшая. Так что не переживайте. Все будет хорошо. Спасибо вам. Счастливо. Ты меня повезешь? Ну да. А почему не Боря? Маргош, ну ты что, решила, что я совсем разучился ездить? Для поездки в роддом начальник охраны не нужен. Да не волнуйся, садись, садись. Ну ты, может быть, хотя бы со мной вместе сядешь? Да я с тобой в роддоме насижусь. Давай, давай, не волнуйся. Давай, давай, садись.
Время – деньги. Лиза! Да, Никита Александрович. Перчаток нет. Посмотри, в пособке там должна быть коробка. Сейчас принесу. Никита Александрович, их там нет? Ну, как нет? Ну, я сам видел коробку. Пойдем покажу. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы там делали? Перчатки искали. Мне сейчас идти на обход, а перчаток нет. Лиз говорит, что в подсобке их тоже нет. А я-то помню, что там коробка была. Пошел показать. Ой, чуть не забыла, меня же процедурной ждут. И где перчатки? А, их там нет. Слушай, Ксю, мы с тобой с утра так и не договорили. Ты меня не так поняла. Извини. Алло. Да. Но мы же с вами на 5 часов договаривались. К 12, хорошо, я постараюсь успеть, да. Успею. Никит, прости, давай потом договорим, когда я вернусь, это из департамента, надо срочно ехать. Ну, конечно, поезжай. Да, хорошо. А перчатки? И он таки это сделал. Представляете, пациентка тортик принесла. Калорий – море. Давайте, что ли, чаю попьем? Антицеллюлитная программа. Наливай. Никита Александрович, ну? А вот вы как думаете, дети в семье обязательно нужны? Мне тут подружка говорит, я child free. А это что значит? Смешное название, да? Как картошка жареная. Это когда детей не хотят вообще. Ага. А я вот думаю, что без детей никак. Конечно, тяжело, когда карьера, работа. Вот как Ксения Дмитриевна. Она, конечно, умная, предприимчивая, но и вы были бы главврачом не хуже. Знаешь, что я думаю? Карьера и дети, они никак не связаны. Просто не все это понимают. А когда понимают, то все, никаких преград. А на карьеру просто все смотрят по-разному. То есть, вот я, например, с 15 лет хотел быть врачом. Врачом, а не управляющим клиникой. Ну, конечно. Ну, конечно, мы подпишем вашу лицензию. Вы ведь знаете, как мы вас любим, ценим. Несмотря на ваше пренебрежение к скромным работникам департамента здравоохранения. Ну что вы, Петр Семенович, какое же пренебрежение? Вы прекрасно знаете, что наша клиника всегда к вашим услугам и для ваших родных. Здоровье? А что здоровье? Я тьфу-тьфу, пока не жалуюсь. Но вот работа. Работа у нас, да и у вас, тяжелая. Вот хочется отдохнуть. Вот сходить, да в ресторан с красивой женщиной. У меня муж очень ревнивый. Разве что с ним приехать. Ну что ж, хорошо. Вернемся к делам. М-м-м.
Вот и получается. Как только вы устраните все недостатки, мы сразу же продлим вам лицензию. А что, на нас были какие-то жалобы? Ну, не то чтобы жалобы. Но в прошлом году было предписание от министерства. Но мы же все устранили. Но в документах оно не отражено. Когда у вас будет все готово, я пришлю к вам инспектора. И вы составите акт об устранении недостатков. Конечно, мы готовы. Можете прислать его сегодня? Ну или завтра. Мы готовы к вам прислушаться и все устранить. Там мужчина! Там мужчина и женщина тоже. Не там и кошмар такой, тихо, они. Тихо. Успокойся. Что? Мужчина и женщина. Кровь там. Где? В вестибюле. Ну ты куда нам их девать, а? Мы платная клиника, а этих нужно скорую помощь. Что не ясно? Да как же делать? Здесь же никакого компьютера рядом нету. Вы что, не видите? Люди хрупкие. Скорую надо было вызывать, а не тащить сюда. Кто это? Так а мы откуда знаем? Просто рядом оказались, вот и все. Вызвали скорую, пока они приехали. Женщина, да тихо вы! Пневмоторакс, но может быть и инфаркт. В общем, не знаю, будем пробовать. Срочно, срочно в операционную. Быстро, носилки сюда! Что у тебя? Надо кислорить. Я не слышу сердца ребенка. Слушай, давай позовем гинекологов. Не успею. Света, бери. Готовьте операционную и вызывай гинекологов. Я сам начну. Счет идет на минуту. Взяли. Пошли, пошли. Давай, взяли. Пошли. Давай. Пошли, пошли, пошли. Алло? Света, я что-то Никите Александровичу не могу дозвониться. Ксения Дмитриевна, так он на операции. На какой операции? Мы же не планировали никого. Ой, у нас тут ужас такой, нам трупы принесли после аварии. Кого? Зачем? Вот и Надежда Федотовна говорит, зачем. Где Никита Александрович? Он трупы понес реанимировать. Пожалуйста, скажи, чтобы он мне перезвонил, как только сможет. Я уже еду. Мужчина умер. Пневмоторакс и обширный инфаркт. Дугин даже ничего не успел сделать. А женщина будет жить? Они муж и жена? Наверное. Видимо, в роддом ехали или на консультацию. Вот так. Встаешь утром, садишься за руль.
И даже если ты чемпион автогонок, тебя нагонит инфаркт. Может, и хорошо, что он не знал, что случилось. Наверное, из-за этого авария произошла, из-за инфаркта. Потерял управление, он же не старый еще. Никит, а ребенок... Ты не мог поступить иначе. Но, возможно, ты совершил ошибку. Да никто бы его не спас. Никакая реанимация. А промедли я полчаса, может, и мать бы еще потеряли. Да, но мы этого никогда не узнаем. А две смерти нам сейчас не кстати. Да любая смерть не кстати. Ну да, да, конечно. Просто сейчас вот совсем. Знаешь что, иди-ка ты домой, а? Ну правда, зачем тебе тут быть? Дугин справится, если что. Когда она в себя придет, позвони мне. Я должен сам ей сказать. Да, конечно, хорошо. Но думаю, ей сегодня будет не до этого. Попробуй пока выяснить, кто она. Иди. Алло, да. Да-да-да, я уже иду. Я вообще не понимаю, что вы здесь творите, а? Мы что, скорая помощь, травмпункт, МЧС, а? И вообще, какого лешего вы берете людей с улицы, уже при смерти? Ситуация была безвыходная. Свидетели аварии принесли пострадавших сюда. Но не могла же охрана их не пустить в клинику. Не могла охрана не пустить. А у нас что охрана? Охрана у нас что? Адепты мать Терезы? Пускать всех, кого не попадя? Могли бы скорую вызвать. Она бы там и разбиралась. Все. Скорую вызвали, и она приехала через полчаса. Ну что полчаса? Что? Если бы не наши врачи, вообще бы никого не удалось спасти. Они бы могли умереть прямо на ступеньках клиники. Нам что, нужна такая реклама? Нет, нам не нужна такая реклама. Всех спасли, да? Молодцы, айболиды. Что? Мужчина умер. Что? По пути в операционную. Реанимационные мероприятия не помогли. И еще... Что еще? Еще кто-то умер. Женщина жива, но она была беременна. Ребенок погиб. Когда ее сюда принесли, у плода уже не было сердца. Гематома на весь живот и кровотечение. Молодцы, спасатели. А вы знаете, что вот эта ваша благотворительность... Очень дорого будет стоить вот этому всему заведению. Спасибо вам. Вот низкий вам поклон. Молодцы. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие. Погиб один из самых богатых людей города. Кто виноват в смертельной аварии? Маргарита Туманова в одно мгновение стала самой богатой женщиной города. Вдова потеряла не только мужа, но и ребенка. Как вы себя чувствуете? Да. Немного болит голова, живот болит. Когда? Вы помните, что с вами случилось? Да. Мы ехали в роддом. Когда малыша принесут? Я жду. Вам сейчас нужно отдохнуть. Давайте я вам лучше сделаю укол, а утром... Вы что-то не договариваете? Что? Что? Я же чувствую, я вижу. Не волнуйтесь, только что вам сейчас вредно волноваться. Нет, просто я требую, чтобы вы принесли ребенка немедленно. Вы меня слышите прямо сейчас? Вы слышите, что я говорю? Мне очень жаль. Вы попали в аварию. Вы получили тупую травму живота. Вы кто такая? Вы что такое говорите? Что? Вы что?
Малыш пострадал? Он умер. Вы немедленно мне врача позовите. Вы такая злая женщина. Уйдите немедленно. Немедленно. Пожалуйста, вообще немедленно. Я сказала, прошу, сейчас же. Не волнуйтесь, пожалуйста. Сейчас я же вы мне врете все. Немедленно, немедленно мне врача позовите. Лиза, Реланиум, немедленно мне врача позовите. Вы что такое говорите? Где мой телефон? Я хочу мужу позвонить. Он вас сейчас приедет, он вас порвет за это. Маргарита, мне очень жаль, ваш муж тоже умер. У него был обширный инфаркт. Что? Вам показать их тела? Я бы вам не советовала, но просто обязана предложить. Отдыхайте, ладно? Вы сами едва стали живы в этой аварии. Сейчас самое главное – это ваше здоровье. А я ему говорила не садиться за руль. Да, Лиза. Ты сегодня? Ну, как там у вас? Ксюша ей сказала? Понятно. Да, я понял. Нет, нет. Завтра буду. Угу. Привет. Так. Ксю. Ксю, ну ты чего, а? А? Ну, Брунов, он кретин. Он в медицине понимает, как свинья в апельсинах. Ну, правда. Они бы все умерли. Прямо в клинике, если бы мы ничего не предприняли. Представляешь, что бы в газетах написали? Так что не переживай. Выбрось это из головы. Никит, ну что ты такое говоришь, а? Что значит выброси из головы? Ты, наверное, не понимаешь, да? Нас вообще могут уволить. Да за что нас уволят? Но любой медик подтвердит, что мы правы. Да пускай уволят. Пускай, пойду к Андрюхе работать. Ничего. Дома посидишь, отдохнешь. Родим, наконец. Родим. Никит, я 3 года пахала, чтобы должность эту получить. Я эту клинику по кирпичику собирала с нуля. Я только-только деньги начала нормальные зарабатывать. И что это все, коту под хвост? Ну чего ты завелась, а? Ну что тебе эти деньги? Что, мы с голоду умрем? У нас есть профессия, востребованная. Работу мы всегда найдем. Какую работу? За 3 копейки? Мы же договаривались, сначала квартиру купим побольше, потом дети уже. Слушай, ну раньше как-то рожали в коммуналках, и ничего. Давай, пожалуйста, прекратим этот бессмысленный разговор. Я очень устала, я спать пойду. Ксю. Ну, Ксю. Ксю. Спишь? Ксю, доброе утро. Не вижу ничего доброго. А что случилось?
А? До сих пор перед глазами лицо этой женщины, которой мне вчера пришлось сообщить о смерти мужа и ребенка. Ты бы ее видел. Она чуть с ума не сошла от горя. Ну, потому что нужно было поступить так, как ты обещала. Позвонить мне. Я бы с ней поговорил, нашел бы нужные слова. Успокоил бы ее. Ну, попытался бы. Но ты почему-то решила, что ты сделаешь это лучше. Не надо. Принимать решение за меня. Никит, принимать решение – моя работа. И она у меня получается лучше, чем у тебя. То есть, я виноват в том, что я спас человека. Лучше бы ты спас ребенка. Ты это сейчас зря сказала. Ты что думаешь? Его можно было спасти, и я не спас? Да его нельзя было спасти! Нельзя! Ты что, сомневаешься в моей квалификации? Ты мне не доверяешь? Ну скажи мне! Нет, скажи мне это, скажи! Произошла возле клиники «Генезис». Известный бизнесмен Леонид Туманов погиб в аварии. Его жена, которая была на последнем месяце беременности, в тяжелом состоянии. Их ребенок погиб в утробе матери. Эксперты расходятся во мнении. Одни утверждают, что семью Тумановых можно было спасти, дождавшись прибытия скорой. Но есть и те, кто уверен, что врачи клиники «Генезис» сделали все, что было в их силах. Скорее всего, точки над «и» расставит след. Нет, нет. Я им говорю. Здравствуйте. Я как руководитель говорю. Здравствуй, Кирилл. Я как руководитель. Всеволод Константинович, вас-то мне и надо. Можно вас минуточку? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а кто предоставил журналистам информацию о вчерашних пострадавших? Я. Видите ли, журналисты клинику с вечера осаждают. А кто вам дал на это право? Вы знаете, что теперь имя клиники обсуждают на всех радиостанциях, на всех каналах? Вы слышали, что они говорят? Я просто не пойму, что я сказал такого, чего они не знают. Или, по-вашему, было бы лучше, если бы я не предоставил им информацию, и они придумали ее сами? Знаете, они могут такого придумать, что клинику вообще закроют. Я просто хочу, чтобы вы сначала со мной советовались. Да, конечно. Но клиника и так в центре скандала. И не по моей вине, поверьте. Возможно, не по вашей. Что вы хотите сказать? Я просто хочу сказать, если персонал берет на себя смелость принимать такое решение, и даже не связавшись с руководством, это просто свидетельствует о, простите меня, о бардаке в клинике. Персонал принял единственно правильное решение. И это достоинство, а не недостатки персонала. Но вам, видимо, этого не понять. Мне? Ну да, конечно. Куда уж мне. Но вот, я могу вот предвидеть походите, прошу. Финал этого развития. И предупреждаю, что Брунов и следователи уже ищут виноватого. Да. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сюда, пожалуйста. Ксения Дмитриевна, подождите меня в своем кабинете. Хорошо. Вот здесь. Да. Разрешите? Здрасте.
Я вот чего хотел, тут за Тумановой машину прислали из Минздравовской клиники. Так мне ее передать ей? Или вы сами? Я сама. Угу. Если Брунов придет, скажи, я скоро вернусь. Привет. Здрасте. Кого это к нам на реанимобиле привезли? Не знаю. Никого не заносили точно. Ясно. Маргарита, еще раз примите, пожалуйста, мои искренние соболезнования. Поверьте, весь наш персонал скорбит вместе с вами. Наши врачи сделали все возможное, но они не боги. Поверьте, одно то, что вы остались живы, это уже чудо. Будьте вы прокляты. Я вас ненавижу. Здравствуй, Маша. А где пациентка, которую вчера привезли после аварии? Так увезли уже. Реанимобиль за ней прислали, погрузили и увезли. Так это за ней прислали. Жаль, не успел сказать. Вот и хорошо, что не успели. Она тут так ругалась. Я, конечно, понимаю, горе и все такое, но при чем здесь Ксения Дмитриевна? Тебя спасли, скажи спасибо. Угу. Ну-да. Приходил? Там. Злой как черт. Ладно, переживем. Ксения Дмитриевна, может, вы еще погуляете, пока у нас дынет? Да нет, пойду. Ну, и почему я должен ждать? У меня что, дел других нет? У меня полно дел в клинике. Я передавала Туманову коллегам. Заодно еще раз принесла и соболезнования. Соболезнования – это хорошо. А извинения? Нам не за что извиняться. Мы сделали все, что могли. Не за что извиняться, да? Хорошо, тогда и я сделаю, что должен. Никиту надо уволить. Что значит уволить? А на каком основании? Что это за бред вообще? Почему тогда Дугина никто не обвиняет, что у него пациент до операционной не доехал? Да потому что не доехал. Как в народе говорится, Бог дал, Бог взял. Все, с нас-то какой спрос? Или ты хочешь, чтобы я двоих сразу уволил? А я вообще никого не хочу увольнять. Мне кажется, для этого нет вообще никаких оснований. Нет оснований. Есть основания. Клинику закроют. Отберут у нас лицензию. Следователь вон вообще думает, что ребенок погиб по врачебной ошибке. А вот это может доказать только независимая экспертиза. И если она докажет ошибку Никиты, вот тогда и будем говорить о его вине. Но это никакая экспертиза не докажет. Ксения, ну что вы играетесь в глупенькую? Ну какая экспертиза? Экспертиза. Вы что, не понимаете, что мы попали между такими жерновами? У Тумановой такие связи, ну там, наверху. Там никто не будет решать. Доказали, экспертиза. Нет, закрой ты все! И вы понимаете, что это она в
таком состоянии такую бучу подняла? А что будет, когда она выздоровеет, оклемается, вернется домой, а? Там вообще начнется. Да ничего не начнется. Вы слишком драматизируете. Я драматизирую. Я драматизирую. Я вам так скажу, что будет. Наперед. Клинику закроют, а Никиту посадят. И посадят неусловно. Вот скажите, вам это надо? В таком случае я тоже уйду. Если мое мнение как главврача ничего не значит, мне здесь делать нечего. То есть ты всю эту кашу заварила, и ты все это бросаешь на меня. Правильно мне папа говорил. Вот говорил, а зачем ты берешь на такой ответственный пост такую молодую девушку? Ты вообще должна благодарить меня, что я вместо вас все вот так вот решил с этим следователем. А я вас, между прочим, не просила выполнять мои обязанности. Вы что, сомневаетесь в моей квалификации? Не доверяете мне? Ты что, сомневаешься в моей квалификации? Ты мне не доверяешь, да? Ну скажи мне это. Нет, скажи мне это, скажи. Так, Господи. Доверяю. Доверяю. Ксюш, я тебе доверяю. Доверяю как себе, но ты пойми, ты вот со своим этим максимализмом, со своей прямотой нарубишь дров там с этим следователем. Мне же потом это разгребать. Хорошо, я уйду по собственному желанию. По собственному, значит, да? Угу. Ксения Дмитриевна, ты не уйдешь по собственному желанию. Я тебя уволю. И волю знаешь за что? За халатность. Вот попробуй потом найти работу. Терапевта, может, точно найду. Ксюш, ну ты пойми, ну если уволится Никита, ну всем же будет лучше. Тебе и мне. Ну он же врач от Бога. Да его с руками оторву. Ну, а тогда и клинику не закрою, и все будет хорошо. Ну, подумай, пожалуйста, подумай, пожалуйста. До завтра, подумай. Привет. Привет, милый. Ну как ты? Я настолько в порядке, что приготовил тебе такой ужин. Надеюсь, тебе понравится. Я старался. Пахнет очень вкусно. Но мне кажется, я совсем не голодна. Хотя весь день ничего не ела. Так, присаживайся. Я вот переживаю, что с Маргаритой не переговорил. Что не объяснил ей, что я действительно сделал все, что мог. Как думаешь, может, мне стоит ее разыскать? Я же знаю, куда ее увезли. Я думаю, в этом нет смысла. В итоге она пострадала больше всех. В один день потерять и мужа, и сына. Я не думаю, что тебе удастся ее переубедить. Во всяком случае, у меня не получилось. Ты говорила с ней? Да, и, видимо, зря. Она уверена, что в смерти ее близких виноваты мы. Никит, ты прости меня, пожалуйста. Стой. Так, ты ничего не видела? Ну что ты, Ксю? Нет, правда, прости, прости меня. Прости, что ругала, прости, что обвиняла. Ты самый лучший, самый профессиональный, самый... Ты самый любимый. Я была не права, правда. Просто... Иногда бывают ситуации, когда... Черт, прости, прости.
Ты ешь пока. Алло. Да. Давление подскочило. Так, а что ты принимала? Угу. Все, больше ничего не принимай. Я сейчас приеду. Что случилось? Да у мамы давление подскочило. Ничего, сейчас поеду к ней. Давай поеду с тобой, а? Я же все-таки терапевт. Нет, Ксю, прости, но нет смысла, правда. Ты отдыхай, наслаждайся. А я справлюсь, но не впервые в конце концов. Я только туда и обратно. Все, давай, приятного аппетита. Мам! А! Ну ты как? Ой, да по-прежнему. Ничего уже не поделаешь. Возраст такой. Да ну какой возраст? О чем ты? Так. Знаешь, я себя еще плохо утром почувствовала. А потом подумала, пойду в магазин, может быть, развеюсь, воздухом подышу. Стало еще хуже, боже мой. Еле домой дошла. Померила, а у меня 200 на 120. Вот это мощно! Даже испугалась. Чего испугалась? Какой возраст? Сейчас. 60-то вообще не возраст. Слышишь? Просто бояться не надо. Ты боишься, у тебя организм реагирует. Да еще и давление подскакивает. Вон у тебя лекарств сколько. Лекарства пила? Да пила еще, в магазине полтаблетки выпила. Так лучше не стало. Мам, ну вот 100 раз тебе говорил. Таблетки от давления нужно утром принимать. А не когда у тебя уже давление поднялось. Ну, у меня вчера давление было низкое, ну. Так ну действительно, уже ничего не сделаешь, видимо. Пришло мое время умирать. Жалко, внуков не дождусь. Нормально у тебя все. Вон. Ну где нормально? Я же нормально. Вижу, сейчас тебе укольчик поставлю. Дождешься у меня и внуков, и правнуков. И хватит так говорить. Да куда уж мне, или ноги за собой таскаю. Сейчас тебе укольчик сделаю, и все будет хорошо. Ага. Ой. Сам-то как? А? Нормально. Мам, привет. Привет, как дела? Привет, Ксюшенька. У нас все хорошо. Вот Зураб Константинович тебе привет передает. Ой, спасибо. Ему тоже привет. Что, у вас там тепло? Ну, да, вода. 25 градусов. Как там у вас дела? Как, Никита, как работа? Все отлично, мам. Работаем. А ты как, довольна работой своей? Ну, да. Ты знаешь, тут куча иностранцев, так что у меня экскурсии почти каждый день. Ну вот видишь, а ты переживала, что тебе не понравится, что не получится у тебя. Ну, к нам не собираешься? О, а что, есть повод? В смысле? Ну, я подумала, может быть, вы... С Никитой уже надумали детей завести? Или мне так и не дождаться этого счастья? Мы уже решили с Никитой, что пора. Я тебе скажу, как только. Ладно, мам? Давай. Все, целую. У меня тут звонок, наверное, по работе. Пока-пока. Ой, все, ладно. Ксюшенька, бегу.
Зураб зовет хачапури, с мамой его испекла. Так что я рада, что у вас все хорошо. Целую. Алло? Алло, Ксюш? Слушай, я сегодня у мамы останусь. Ну, у нее гипертонический криз. Вроде сбил, но оставлять ее одну боюсь. Так что ты меня не жди, ложись. Я завтра приеду. Подожди, а может быть ты подождешь, пока она уснет и вернешься домой? Я дождусь тебя, когда бы ты ни приехал. Ксюш, ну как? Я не могу ее оставить одну. Ты понимаешь? Ничего не случится, я завтра приеду. Спокойной ночи. А ты скажи, ты завтра сначала домой или на работу сразу? Нет, ну сначала переоденусь, потом на работу. Хорошо, ладно. Мне нужно будет очень серьезно с тобой поговорить. Ну, завтра и поговорим. Спокойной ночи. Давай, до завтра. Спокойной ночи. Здравствуйте, Ксения. Доброе утро. Доброе утро, Ксения Дмитриевна. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Все хорошо?